Предпосылок для того, чтобы немедленно повышать пенсионный возраст, в России нет. Об этом заявил сегодня Дмитрий Медведев, обсуждая бюджет с руководством «Единой России». Вместе с тем, по словам премьера, рано или поздно к этой проблеме придется вернуться. Медведев также поддержал идею провести дополнительную индексацию пенсии во второй половине следующего года, цитата, «при наличии экономических оснований», но предложил подумать над тем, чтобы отменить индексацию пенсии работающим пенсионерам. Проект бюджета на 16-й, по словам Медведева, должен покрывать запросы граждан и вписываться в возможности экономики. Спасибо, Владимир Абдуалиевич.